Всем привет, с вами ваш личный фитнес-тренер Артём, и сегодня мы будем делать очень классный комплекс на расслабление. Все, что вам нужно делать, включать это видео и повторять все упражнения вместе со мной. Все упражнения очень простые, не понадобится никакой инвентарь. Поехали! Очень простой комплекс упражнений на растяжку. Все упражнения делаем 20 секунд с небольшим перерывом 5 секунд для смены позиции. Так, первое упражнение, берем руки в замочек за спиной, будем делать наклон вниз. Спину держим ровно, взгляд направлен впереди себя. Обязательно не забываем делать глубокий вдох и выдох. Ручки держим в замочек и заводим как можно дальше за спину. Отлично, следующее упражнение. Руки также в замочек от себя и будем делать наклоны в сторону. Удерживаем 20 секунд в одну сторону, затем 20 секунд во вторую. Отлично, поменяли сторону. Молодцы. Хорошо растягиваем боковые мышцы. Молодцы. Следующее упражнение. Растягиваем бедра. Позицию. Колено можно поставить на пол и давим бедром вперед. Очень осторожно. Потихоньку давим, чувствуем натяжение. Отлично, поменяли сторону. Очень хорошее упражнение для того, чтобы расслабилась именно вот эта часть тела. Отлично. Следующее упражнение. Садимся вот в такую позицию. Спину обязательно держим ровно. Взгляд направлен слегка наверх. Можно делать небольшие перекаты. Вправо, влево. Чувствуем натяжение внутренней части бедра. Спину держим ровно. Отлично, молодцы. Следующее упражнение. Становимся вот в такую позицию. Стараемся держать ноги как можно прямее. Отлично, молодцы. В другую сторону. Не забываем делать глубокий вдох, выдох. Отлично, молодцы. Следующее упражнение. Подтягиваем, стараемся дотронуться локтем до пола. Кататься немного вперед, назад. Отлично, поменяли стороны. Как видите, левая сторона у меня немного больше зажата. Мне дотронуться локтем до пола намного труднее. Переходим к следующему упражнению. Делаем такой прогиб. Чувствуем, как чувствуем натяжение в нижней части спины. Отлично. Переходим в другую позицию.
обязательно делаем вдох-выдох при каждом упражнении. Отлично, следующая позиция. Ставим ногу впереди себя и ложимся на нее. Становимся на локти. Стараемся колено прижать к груди. Отлично. Поменять ногу. Отлично, это последние 20 секунд, и наша 5-минутная утренняя растяжка будет закончена. Супер, молодцы, вот мы и закончили этот легкий комплекс на растяжку. Надеюсь, вам понравился этот простейший комплекс для растяжки. С вами был ваш личный фитнес-тренер Артем. Подписывайтесь на мой канал Артем Фитнес, делайте упражнения вместе со мной, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, будьте здоровы, всем пока!